стартовал федеральный этап конкурса сочинений без срока давности. В нем принимают участие российские школьники и студенты колледжей, ученики школ при посольствах иностранных государств, а также ребята из Белоруссии. От регионов на конкурс направят 4 сочинения по одному от каждой категории участников. Федеральный этап завершится 25 марта. В нем победят 4 финалиста, а призерами станут 10 участников. Их сочинения войдут в сборник, который издадут по итогам конкурса. В конкурсных сочинениях проекта без срока давности участники рассматривают вопросы, связанные с сохранением и увековечением памяти о трагедии мирного населения СССР, жертвах военных преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны.